Всем привет! Северный степной Крым. Сегодня у нас уже, по-моему, 10 февраля 2024 год. Это оптовый рынок. Город Красноперекопск. Идет, короче, реконструкция дорожного полотна. Тротуары делают, в общем, вдоль дороги. Такая идет движуха тут. Кто в курсе, короче, вон автостанция, рынок крытый. И делают, короче, дорогу в городе. Полностью, короче, сдирают старое полотно, отсыпают, поднимают трассу и будут новое стелить в сторону границы, короче. До границы с Херсонской области будут менять полностью эту дорогу. Делается участок только с Красноперекопска, пока на сторону границы. Так вот, тут все, короче, разобрали, все ограждения убрали, все переделывают. Такая вот история.